Принцесса льда на адмиралтейских чтениях. Книгу о девочке, которая мечтала стать спортсменкой, вместе с детьми читала знаменитая фигуристка Катарина Гербольд. Но стоило Маше начать выступать, как зрители прекратили шушукаться и ерзать. Неотрывно следили за каждым ее движением. Роман для детей «Принцесса льда» рассказывает о девочке, решившей в 8 лет заняться фигурным катанием. По спортивным меркам это довольно поздно. Но у истории счастливый конец. Героиня стала выдающейся чемпионкой. Книгу для обсуждения предложила читательница библиотеки. Она тоже занимается этим видом спорта. Это выдуманная девочка, фигуристка, которая мотивирует всех начинающих спортсменов и действующих спортсменов для того, чтобы добиваться своих целей. Поговорить о том, возможен ли такой сюжет в реальности, пришла фигуристка Катарина Гербольд. Она начала заниматься в 6 лет, и это тоже поздно. Тем не менее, она сумела стать чемпионкой России среди юниоров и выступала на престижных международных соревнованиях. Так получилось, что, как и героиня книжки, я очень быстро догнала и обогнала всех, и как-то пошла дальше. Спорт – это закаляет характер, ты становишься целеустремленным человеком, и так или иначе ты достигаешь своих целей. Специально для встречи подготовили небольшую выставку книг о фигуристах. В основном это автобиографии знаменитых спортсменов. Такие встречи проходят в библиотеке имени Лермонтова регулярно. Следующего гостя ждут в конце марта.